Участвуйте в розыгрыше призового фонда в 450 миллионов рублей. Джекпот «Большой куш» от Лиги Ставок. Всего одна ставка, и ты в игре. На очереди главный бой вечера. Битва тяжеловесов. Внимание на экран. Всем привет. Меня зовут Антонио Бигфут. Я из Бразилии, из города Кампина-Гранди, штат Параиба. И я приехал сюда, чтобы показать вам классный спектакль. Мое имя Попов Олег. Я представляю два клуба. Клуб «Кузня» Краснодар и клуб «Федор Тим». Мой соперник Попов. Он молодой, голодный и соскучившийся по классным боям. Уверен, что он максимально готов к нашей встрече. Я тоже много тренировался и нахожусь в отличной форме. И я думаю, что мы оба очень хотим подарить красивый бой российской публике. Мой соперник Бигфут Сильва, громкое имя, крупный парень. Спасибо организациям Массерии, что предоставили возможность подраться против такого именного соперника. Понятное дело, он уже не на таком пике, как раньше, но все равно, я думаю, он опасен для меня. Поэтому постараюсь показать все возможное и постараюсь выиграть досрочно. Olha, essa luta, ela tem o mesmo valor, o mesmo significado. Для меня все соперники одинаковые. Я уважаю каждого из них, вне зависимости от их громких имен или каких-то регалий. Думаю, Попов – сильный соперник. Я уважаю его. Он очень любит драться в партере. Вот и покажем, на что мы способны. И для меня он как любой другой лутадор, который я уже Попов, тебе обращается Бигфут. Я нахожусь здесь, в России, в твоей стране, в твоем городе. И я зову тебя в октагон. Уверен, что ты так же, как и я, готов драться. Давай выйдем и покажем все лучшее, что умеем. Бигфут, я надеюсь, ты подошел к этому бою без травм и в хорошей форме. Победить сильнейшим. В синий угол октагона приглашается из Бразилии Антонио Бигфут Сильва! Итак, Антонио Бигфут Сильва, 42-летний бразильский спортсмен, один из знаковых бойцов нашей эпохи. Начинал с карате шотокан, в 12 лет завоевал черный пояс, в 17 стал заниматься бразильским джиу-джитсу и дзюдо, выступает как профессионал с 2005 года. Окажется, что он намного дольше на самом деле. Экс-чемпион Cage Rage, Cage Warriors, дрался в Strike Force, Cage Warriors, Сингоку и много где еще. Бился с сильнейшими тяжеловесами мира. С Фабрисио Вердумом проиграл ему в 2009 году. С Андреем Орловским выиграл в 2010 и проиграл в сентябре 2014 нокаутом в первом раунде. И, конечно же, с этим человеком связано душераздирающее поражение Федора Емельяненко в 2011 году. Проигрывал Бигфут Даниэлю Кормье, дважды Веласкесу, выигрывал Алистера Аверима. Да, сейчас на бумаге Силва не так грозен, как раньше. Он идет на серии 6 поражений, но нокаутирующий удар у него никуда не делся. После поражения от Нельсона Бигфут незамедлительно отправился в Россию, в Екатеринбург, где в ноябре 2016 года проиграл решением Ивану Штыркову в очень близком поединке. А потом Антонио пал от мощи кулаков Виталия Минакова. В июне прошлого года был еще один неудачный бой в Бразилии. Всего Бигфут провел 33 поединка, из которых 19 выиграл, 13 проиграл и один свел к ничьей. 15 побед нокаутом, 2 победы приемами, 12 побед в первом раунде и 11 поражений нокаутом. Антонио Бигфут Сильва. Легенда, по-другому и не скажешь. Человек, который много чего доказывал, уже даже все всем доказал. Кстати, на голых кулаках тоже попробовал подраться, проиграл Габриэлю Гонзаге, но было круто. Вообще, если Бигфут в клетке, будет круто, не сомневайтесь. Красный угол октагона приглашается его соперник из России Олег Попов. Привет,
А вот Олег Попов, 30-летний российский боец из Ешалтинского района Калмыкии, представляет команду «Федор Тим» и бойцовский клуб «Кузня». Он чемпион MMA Series в тяжелом весе, мастер спорта, чемпион Южного федерального округа по рукопашному бою. Профессионально Олег выступает с 2015 года, начинал на турнирах Fight Nights Global. В первом же бою нокаутировал череповецкого гиганта Антона Визигина. Кстати, для Антона это был 4-й поединок в карьере, и до этого было 3 победы подряд. Потом Олег решением одолел Тимофея Мишева, также решением уступил Юсупу Сулейманову, потерпев первое и на данный момент единственное поражение в карьере. Ну и с тех пор Попов идет на серии с 12 побед. На платформе S70 2019 года нокаутировал Джеронимо Мандрагона. На Fight Nights Global 97 одолел Багу Агаева. В ММА-серии выступает, начиная с 7-го турнира организации. Здесь 5 побед без поражений. Всего 14 побед, 1 неудача, 6 побед нокаутом и 3 приемами. 4 победы в первом раунде. Представляем вам участников главного события вечера. Боец в синем углу, ему 42 года, рост 1 метр 96 сантиметров, вес 118,7 килограмма, родом из Бразилии, представляет легендарный клуб American Top Team. Он чемпион Cage Rage, Rage Warriors и Elite. Его профессиональный рекорд 19 побед при 13 поражениях. Антонио Бигфут Сильва! Его соперник – боец в красном углу. Ему 30 лет. Рост 1 метр 86 сантиметров. Вес 113,7 килограмма. Из Краснодара представляет клуб «Кузня». Он мастер спорта и чемпион России по рукопашному бою. Его профессиональный рекорд – 14 побед при одном поражении. Олег Попов! Рефери в октагоне – Никита Меркулов. Fighters, you are profi. You know the rules. Listen to my command and make a great fight. Начинается главный поединок турнира MMA Series 53. Антонио Бигфут Силва против Олега Попова. Тяжелый вес. Поехали. Смотрим и не моргаем. Три раунда по 5 минут. Действительно, центр занимает Бигфут. Хай-кик от Олега Попова. Да, Бигфут очень большой. Да он никогда маленьким-то и не был. Другое дело, в какой он форме. Олег в прекрасной, и серьезный сбор он провел как в Краснодаре, так и в команде Федор Тим. Раздергивает Олег соперника. С разворота бить не стал. Так. Ждет, ждет, пока Силва пытается поймать на движение Олега. Так. И пошел в борьбу. Олег Попов. Учитывая разницу в габаритах и в весе, нет никаких проблем с переводом. Не случилось у Олега. Причем затылком, судя по всему, грохнулся Силва на стил. Да, так тряхануло голову. В хавгарде в итоге оказывается Олег Попов. И отсюда морда подключает локти. Первая минута только заканчивается. Не может никак переставить левую ногу. Дальше Олег Попов. Ну и отсюда наносит определенный урон. Короткие удары по правым локтям от Олега Попова. Скользь попал. Ну что ж, неплохо завязался на самом деле Антонио Бигфут Силва. И там мы слышим секундантов Антонио. Да, что-то пропускает по корпусу, но при этом нельзя сказать, что у Олега Попова здесь какой-то запредельный темп. И пытается здесь вывести таз бразильский боец. Да, плюс готов еще отдать спину. Да, правую руку прихватывать не стал. Вот так медленно, постепенно развернулся в полоборота. Сразу же начал набрасывать правой рукой удары в голову соперника Олег Попов. Да, есть здесь удары.
но пока не потрясен. Силва отдает спину, можно заправить ноги, но этого не делает Попов. Нагружает Олег. Можно по корпусу, да, плотно, это тяжелый вес, не забываем. Встает Бигфут. И зацепом вновь бросает Попов. Ну что ж, у Олега явно прослеживается план как можно больше бороться в этом поединке. И большую часть из 3 минут, которые уже остались позади в этом противостоянии, спортсмены провели на настиле. Да, есть время. И опять рискует Бигфут Силва. Довольно легко надает спину, но при этом опирается на колено. Там даже посмотрел в сторону своего угла. Рассечение уже у Бигфута. Пошла кровь. Да, действительно, сечка есть. И, похоже, она довольно глубокая. Снизу попадает. Олег, еще несколько ударов. Ну, пока мы видим абсолютно односторонний поединок. И все это может превратиться в настоящее избиение бразильского спортсмена. Не будем скрывать, что Олег, конечно же, очень серьезный фаворит в этом бою. И тяжело поднимается Бигфут. Встает. И сейчас будет, видимо, еще один перевод. Головой буквально втыкается в настил. Силва. Душить Попов не хочет. Еще минута. Ну, здесь интересно, вообще дойдет дело до 2-го раунда или нет. Еще один удар. Да, эти удары не сокрушающие. И вот так вот переворачивается Бигфут. Да, сечка под левым глазом. У Бигфута глаз постепенно начинает закрываться. И приглашает в гард. Силва. Олег не идет. Кто бы мог подумать, что Олег Попов будет опасаться гарда Бигфута. Да, поднимаются спортсмены. 66-2 по ударам. С ума сойти. Идет вперед бразилец. Левый боковой мимо цели. Неплохой апперкот был. И будет вкладываться здесь в еще один тейкдаун. Да, почему нет? 3-0 по переводам. В первом раунде в пользу Олега Попова. Но перерыв. Невероятно, но факт. 2-й раунд начнется. Противостояние Олега Попова и Антония Бигфута Силвы. Там, конечно же, и катманы поработали над сечкой в первую очередь у бразильца. Все посторонние лица должны покинуть клетку. 2-й раунд. Ну что ж, ставка на борьбу от Олега. Продолжит работать или нет? Прицеливается Бигфут. Пытается прессинговать, сразу же брать. О, какое попадание навстречу, и все, кончено. Один удар, и как же обесточен в итоге Антонио Бигфут Силва. Казалось бы, коротко и навстречу, но точно попадает Олег Попов. Все завершено в самом начале 2-го раунда. И переживает Олег, как бы не нанес очень серьезные повреждения. Смотрим еще раз, как это было. Бам! Челюсть. Да, один на... левый боковой. Правая рука оказалась не на месте у Бигфута. И в итоге все закончилось для бразильца плачевно. Ну что ж, можем констатировать, что годы отдыха не пошли на пользу Бигфуту.
он мужественно все вытерпел в первом раунде, но во втором отрезке боя после первого уже акцентированного попадания сложился. Тяжело встает бразилец. Ну и обратите внимание на джентльменское поведение Олега Попова, да, который... О, там еще нога так подкосилась. Сразу же пришел на помощь поверженному сопернику. На 17-й секунде второго раунда победу в главном бою вечера нокаутом одержал боец красного угла Олег Попов! Поздравляем Олега Попова с этим успехом. 15-я победа в карьере. Бесплатная ставка новым игрокам в букмекерской компании «Лига ставок».